Продолжу тему. Уволенный аким города Аксу Нуржан Ашимбетов решил воспользоваться моментом и принять участие в выборах сельских акимов. Свои силы бывший чиновник хочет попробовать на должности руководителя села Кенжиколь в пригороде Павлодара. Этот сельский округ родной для экс-акима. Напомним, в должности градоначальника Нуржан Ашимбетов проработал 4 месяца и был уволен по решению главы региона за низкие показатели социально-экономического развития города и грубость с подчиненными. Экс-аким, в свою очередь, подверг критике работу местных исполнительных органов, сетуя на противостояние чиновников. По его словам, участие в выборах акимов сельских округов – своего рода эксперимент для него. Хочу проверить вот этот демократический процесс. Действительно, смогу ли я участвовать в выборах? Если меня опять там найдут какими-то там припованы, меня выбросят, так скажем. Ну, я чисто хочу эксперимент провести. Тогда я скажу, ну, опять поручение президента на местах нивелируется.